Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И я сейчас в отъезде, но это не помешало мне сделать новый перевод. У нас сегодня новенький, зовут его Big Nick, или так он себя называет. Это блогер из Великобритании. К сожалению, это не первая его реакция. Первая реакция была на песню Stranger. Но по причине авторских прав я не могу опубликовать перевод на все песни Игоря Крутого. И поэтому не хочется лишний раз рисковать, так как у нас с Ютубом недавно были и так большие проблемы. Но если вам этот перевод залетит, то в дальнейшем я постараюсь сделать перевод на Stranger. Всем приятного просмотра. Да-да-да, народ, добро пожаловать на канал. С вами ваш кореш Big Nick. И сегодня у нас будет реакция на Димаша. Спасибо всем Дерз, что закидали меня своими запросами на Димаша. И вообще творилось что-то сумасшедшее после того, как я опубликовал реакцию на Димаша. Вы все просто красавчики. Столько комментариев, столько лайков и столько новых подписчиков. Всем будто сорвало крышу. Поэтому, чё мне теперь стоять ломаться? Я вам дам еще больше Димаша. Я обшарил все ваши многочисленные комментарии, чтобы понять, на какую песню мне сделать новую реакцию. И я решил посмотреть выступление, которое предлагало большинство. И эта песня — «Опера 2». Я с большим нетерпением хочу послушать этот высокочастотный вокал. И может быть здесь он еще возьмет какую-нибудь супер-пупер нереально долгую ноту. Ну, что будет, то будет. Мгновенное чувство чего-то такого оперного. Прежде чем он начнет петь, я хочу просто сказать. Там было такое оперное вступление, и затем это стало чем-то таким в стиле фанк. Как будто поднимаешься по лестнице. Я не слышал эту песню. И будет интересно посмотреть перевод чисто для себя, чтобы понять, о чем вообще эта песня. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Хорошо, посмотрим, что будет дальше. Сейчас там такой красивый голос, такой мягкий и успокаивающий. Но я знаю, что он может кардинально изменить его в любой момент. Очень приятно слушать вот это мягкое начало. Здесь такой нежный голосок. Просто неп-нежный. Красота! Вот оно, вот оно, вот оно началось. Я вам говорил, что он будет брать эти ноты. О господи. Возможно, многие из вас знали, что он сделает это. Ведь это всего лишь моя вторая реакция. И честно, я не знаю, откуда у него такой вокал. Понятно, что это годы упорной работы. И вообще, что еще удивительного вы можете рассказать о Димаше? Вы мне и так уже многое поведали о нем. Но насколько я понимаю, это только вершина айсберга. Это что, правда, что он знает 13 языков? И правда, что он поет на 13 разных языках? Вот кто так может, кроме Димаша? 13 разных языков? 13! Это же клиника! Да кто этот парень? Откуда он прилетел? Он вообще человек? С ума сойти! Давай, Димаш, покажи нам, что ты еще можешь.
Стоп, я остановил это в аккурат перед тем, как он возьмет вот эту ноту, потому что я хочу прям пережить этот момент. 3, 2, 1, поехали! Гляньте-ка на эту улыбку. То, как он сделал вот это со своим голосом. Вот эти маленькие обрывы. Как? Как? Димаш, как? А я скажу как. Это годы работы над собой. Просто респект и уважуха этому парню. Это годы преданности своему делу. Чтобы сбацать вот так. Просто непомерное уважение вот этому парню. Я очень рад, что открыл его для себя. Я никогда не был фанатом оперы. Я всегда хотел понять это искусство. Но я никогда не был на опере и никогда не читал ни одну книгу об опере. Димаш, знаешь что? Кажется, ты заставил меня переосмыслить это. И я вообще хочу когда-нибудь увидеть Димаша своими глазами. Я бы взял с собой свою мамулечку. Я думаю, ей бы понравился Димаш. И его концерт был бы прекрасным поводом, чтобы порадовать мою маму. Ладно, что-то я погнал не в ту степь. Давайте закончим с этим шедевром. Так, будет еще одна нота. Давай. Ай! Это же был папа Димаша. Я знаю его папу. Он так гордится сыном. Ну а как тут не гордиться? Его папа настолько переполнен счастьем. Вот так выглядит настоящая гордость отца за сына. Представьте, что чувствует папа Димаша в тот самый момент. Ну что сказать, это была просто фантастика. Очень трогательная история. Если вы мне можете получше объяснить, о чем эта песня, это было бы потрясающе. Там было что-то про то, что он построил дом. И у него есть дом, но он все равно одинок. И то, что на улице холодно, ветер дует, все это так печально и грустно, но он внес сюда свою энергию, и это было увлекательно. Знаете, я не фанат оперы. Я не знаю, это был мой первый раз. Снимаю шляпу перед Димашем за то, что выполнил миссию по превращению еще одного человека в оперного фаната. Всем спасибо за внимание. Какие же у него большие глаза. Всех люблю, всех обнял. Пока.